Всем привет, с вами Андрей Вэй, и сегодня мы в Brawl Stars купим и откроем весь Brawl Pass. Как вы видите, у меня очень много гемов, но я не донатил. Это потому что я их копил, и в этом и в прошлом сезон. Не взял абсолютно никаких наград из Brawl Pass, кроме гемов. Прямо сейчас мы его купим. Смотрите, вот, мы его покупаем. Вот, у нас разблокирован Brawl Pass. Сначала мы возьмем скины и Вольта, так как у меня сейчас практически нулевые шансы выбить что-либо, и Brawl Pass нам как раз-таки их поднимет. И для начала мы возьмем такой себе скин, но он самый первый, поэтому понятно, это Супер Рейнджер Брок. Это прикольный, но не супер. И теперь мы возьмем Вольта. Вот он, шикарный бравлер. Как по мне, один из самых лучших бравлеров. Мне очень нравится его дизайн. Мне очень нравится, как он выглядит. А особенно его скин из Brawl Pass. Что ж, теперь мы берем скин на Вольта. Вот он. Шикарный паладин Вольт меха. Просто шикарный скин, который также эксклюзивный для Brawl Pass. Ну, а теперь мы будем все по порядку брать. Мы что-то выбили. О, это Карл. Последний сверхредкий боец, который мне оставался. Это Карл. О, это круто. Этот большой ящичек. Очень... О, липкий сироп. Снова шесть. Еще один гаджет. Еще гаджет. Это очень круто. Снова шесть. Пайпер, вау! Это просто шикарно! Мы столько всего выбили. Так, ну теперь возьмем значок. Это первый мой значок вообще, который я получаю когда-либо. Шесть. Что это? О, гаджет! Я же говорил, мы сможем выбить гаджет.
Уже 44-й уровень, мы все ближе к концу. О, Спраут! Спраут! Самый лучший из метателей! Шикарно! Обожаю Спраута. 6! Снова 6! Это еще один боец! Мортис! Это матрас! Матрас! Моя первая звездная сила. Первая. Первая. Новый значочек. Звездная сила еще одна. У меня Леон теперь максимальный. У меня максимальный Леон. Шесть. Что это может быть? Что? Это же... Это Пэм! Это новый бравлер. Фрэнк! Это Фрэнк! Еще один эпик. Давайте глянем, насколько много я выбил бойцов. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Всем пока! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам очень понравилось это видео, так как оно было очень крутое. Всем пока!